Всем привет, ребята! Вам, наверное, интересно, как поживает мой паук-тарантул, точнее, паучиха по имени Паулина, как мы вместе с вами ее и назвали. Ну а с ней все отлично, смотрите, сидит себе такая довольная и ждет, пока я ей брошу что-то вкусненькое. А, это шарик невкусный, а вот ты такая. Кстати, мы проверим сегодня, насколько она прожорливая и что она сможет съесть, потому что я для нее приготовил какие-то интересные... Ух ты какая, смотрите! Интересное очень угощение. Кстати, я нашел у себя среди вещей вот такие интересные штуки для декора, которые, как мне кажется, можно было бы поставить ей в террариум. Смотрите, вот такие вот интересные камешки. Я думаю, они бы смотрелись неплохо, как будто, знаете, какие-то пустынные такие камешки. Либо вот такой вот сфинкс, который когда-то стоял у моих муравьев. Я думаю, здесь на песке он будет смотреться просто идеально. Либо вот такая вот амфора. Прямо вообще круто. Кстати, амфору можем прям сразу и оп, бросить. Смотрите, как она прикольно здесь смотрится. Ну, как будто так и было. А еще есть вот такая вот большая амфора, которая когда-то стояла у меня в аквариуме. Я думаю, тоже было бы круто. Не знаю, по-моему, она сюда поместится впритык. Так вот, здесь есть норка, куда бы мог залезать паук. Я думаю, это вообще круто. Как вы думаете? Напишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. Еще есть вот такая вот голова дракона. Не помню, откуда она у меня взялась. Она вот так вот открывается. Можно вытащить это вот пластиковую штуковину, чтобы в глазницах были дырки, как будто череп дракона, и он сюда тоже может залезать. По-моему, очень крутые штуки. Как вы думаете, что можно поставить? Напишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. А еще, ребята, мне пришла вот такая вот огромная посылка сегодня. И чтобы вы думали, здесь находится корм для тарантула. Разные виды насекомых. И я хочу попробовать, будет ли он их есть. Сейчас я вам покажу, что там. И я думаю, вас это очень удивит. Так-с, давайте откроем. Чик. И вау, ребята. Я знал, что они большие, но не представлял, что такие. Вы посмотрите. Это огромнейшая саранча. Вот, посмотрите, величиной, как мой палец. Я в шоке. Вы когда-нибудь видели такую огромную саранчу? Блин, капец. Я их боюсь. Я не знаю, как буду их доставать отсюда. Кстати, вы знаете, что, наверное, именно такую саранчу и едят где-то там в Китае, жарят их. Это жесть. Ну что ж, сегодня мы узнаем, испугается ли наш паук-тарантул кузнечика, который больше его по размерам. Так, далее, что у нас тут? Это, смотрите, это банановый сверчок. Такая вот кормовая культура. Кстати, по-моему, они не прыгают, живут где-то на бананах. Прикольные такие вот штуки. Ну, если он их... Хотя он, наверное, будет их есть. Еще можно ими кормить муравьев. Такс. Далее смотрим. Еще 4 баночки. Такс, давайте посмотрим, что у нас в первой коробочке. О, тут что-то насыпано. Давайте разроем. Вот такие вот личиночки. Это личинка черной львинки, такого вот насекомого. Ну, не знаю, будет он их есть или не будет. Ну, муравьи уж точно будут есть. Но это так себе, это не очень интересно. Вторая коробочка. Что у нас тут? Сейчас посмотрим. Оу, здесь гиганты. Мерзкие и противные. Это... Зафобос, по-моему, называется штуковина. Блин, я даже боюсь ее брать в руки. Смотрите, какая она. Ну, они, конечно, вообще абсолютно не страшные и не кусючие. Вот мне интересно, будет ли нападать наш паук на эту огромную змею. Но она просто, по-моему, длиннее, чем он по размеру. Посмотрите, какие монстры страшные. Класс. Что у нас в третьей коробочке? Посмотрим. Вау. А, это мучной червь. Что это? Или хрущак какой-то? Ну, короче, это что-то типа зафобоса, но поменьше. Кто знает, напишите в комментариях. По-моему, это мучной червь. Вау. Ну, если что, муравьи съедят, я думаю. И четвертая коробочка. Сейчас посмотрим. Я уже не помню, что у нас. Надеюсь, оно не повыскакивает. Ой. Ой, чего это? А, вот это, наверное, черная львинка, то, что я вначале там показывал. Во! Ой, там уже какая-то мушка. А, нет, это половинка от мушки.
Короче, вот такие вот стрёмные жучки. Фу, они еще и воняют. Жесть. Ну что, ребята, сейчас будем пробовать доставать одну саранчу. Хотелось бы самую крупную. Блин, они такие огромные, я их реально боюсь. Как их достать, я не представляю. Интересно, они вообще прыгают или нет? Если я открою, они сейчас все, наверное, выпрыгнут отсюда. Ребята. Так, ладно, сейчас я вот так вот открою, наверное. И она вылезет отсюда. Давай, лезь. Лезь, вот она. Вот она, ребята, смотрите, это просто какой-то монстр. Давай, вылезай. О, большой вылезает, давай, вылезай отсюда. Опа, есть, Ребята, смотрите, какой он огромный. Интересно, он прыгает или нет? Ребята, это жесть. Смотрите, я такого огромного кузнеца. Стой, стой. Смотрите, вот мой палец. Вот мой палец. Ай. Ай. О-о-о. Я боюсь его брать. Он просто огроменный. Смотрите. Капец. Я в шоке. Вот это кузнец. А вот тарантул. Ну реально, он больше, наверное, раза в два этого тарантула. Так, ты что там сейчас, сожрешь палку? Капец, это ж саранча, она все жрет. Ой, боже, они такие спокойненькие, никуда не прыгают. Вау, ребята, вы посмотрите, я взял его пальцами, боже, какой он огромный, это просто гигантский кузнечик, это гигантская саранча. Я, честно говоря, хотел посадить на палец его, но потом что-то, блин, подумал, не, как-то я боюсь, вдруг он меня укусит, хотя по идее написано, что они не кусаются, но я его боюсь, настолько он огромный. Вот сейчас мы узнаем, боится ли тарантул таких больших кузнечиков, или, может быть, набросится и поймает его. Давайте проверим. Итак, ребята, забрасываем саранчу к пауку и закрываем. Я не знаю, что сейчас произойдет. Так, саранча полезла на стенку куда-то. Паук пока что сидит. Ну, как обычно, он сидит и, знаете, выжидает всегда, когда жертва подойдет прямо к нему в лапы. Так, а саранча куда-то начала карабкаться на потолок. Так, мне кажется, нужно ее опустить пониже, потому что она тут будет сидеть сейчас 3 часа. Так, саранча, слезай давай. Хватит, хватит тут лазить. Ей, по-моему, нравится по стенкам лазить, и она вон куда-то поползла. И спрыгивай давай. Спрыгивай. О. Так, ребята, я не знаю, полезла. Саранча лезет в сторону паука. Так, так. Паук пока что делает вид, что он ничего не видит. Ничего. По-моему, она немножко запуталась. Там немного паутины. Ой, саранча карабкается обратно. Что-то ей не понравилось. Эй, ой! Хотел подвинуть, паук, по-моему, испугался моих пальцев. О нет, он встал в защитную стойку. Он боится. Он боится. И саранча тоже боится. Что же? Ого, смотрите, он делает выпады. Он понимает, что это насекомое больше его размерами. Схватил? Нет, схватил все-таки. Походу, он схватил. Ого, вот это да, смотрите, саранча брыкается, но он, по-моему, ее все-таки схватил. Сначала испугался, вы видели, как он расставил свои лапы? Это жесть. А, кстати, у саранчи, смотрите, у нее острые на лапах вот такие вот острые штуковины, как пила. И она этими штуками пытается ударять паука. Не знаю, что-то получится или нет, но паук, походу, уцепился. Ребята, у меня села батарея, пришлось переключиться на другую камеру. Посмотрите, происходит сумасшедшая борьба. Он, паук, уцепился в саранчу, а саранча пытается атаковать его лапами. Ну, мне кажется, что у саранчи нет шансов. Она какая-то немного вяленькая.
Ну, паук ее, по-моему, жестко схватил своими челюстями и все-таки не испугался. Я, честно, ну как, он сначала ее испугался, конечно же, а потом понял, что она не опасная и все-таки решил в нее уцепиться. Так что да, ребята, саранчи наш паук-тарантул не боится, вы посмотрите. Он уцепился. Он прокусил ее своими челюстями и, наверное, ждет, пока подействует яд. Вот это да. О, кстати, смотрите, там, по-моему, пошел яд. Вот это ему хватит наесться. Уже я не знаю, сколько он будет. Наверное, на пару суток точно он будет не голодный. Ну, а что касается вот этих огромных червяков-зафобосов, вот мне тоже очень интересно, как отреагирует наш тарантул, когда увидит такого гигантского монстра. Я обязательно это сейчас сниму, но это видео я уже выложу у себя в телеграм-канале, так что если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь, ссылочка будет в описании под этим видео на мой телеграм-канал, и там обязательно я выложу это видео. Блин, они реально огромные, я даже не знаю, он воспримет это как какую-то большую змею, нападет или нет, это очень интересно. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Так, давайте прыгайте обратно, пока что сюда. Вот, и до новых встреч. Пока-пока.